Здравствуйте, меня зовут Нитева Виктория. Я живу на Украине в городе Харькове. Хочется поделиться своим результатом. 4 года назад внезапно я заболела. Встала на работу, а пойти туда не смогла. Высокое давление, 180 на 90, скорая, ну и там все как у всех. Одна больница, вторая, третья. Я пью, а мне все хуже. Ничего не помогало. Обследовалась еще в 3. Результат – сахарный диабет плюс гипертония, ну, которую мне как бы никто не признал, но, в общем-то, на лекарства посадили. Итак, 4 года боролась с диабетом и с гипертонией. Ничего не помогало. Медикаментозно ничего не вышло. Диета не помогла, посадила полностью кишечник, поджелудочную, стало все еще хуже. Очень было плохое самочувствие, тонуса вообще не было никакого. Плюс еще невралгия начала подшаливать, потому что боялась выходить одна, боялась оставаться без лекарств нужное время. В общем, весело. Работали на аптеку. Ну, тут, в общем-то, так получилось. Муж приехал с командировки и говорит, я познакомился с интересными людьми, и они мне задали вопросы, как я отношусь к здоровому образу жизни. Это был коралловый клуб. И мы решили попробовать. Начали с воды. Просто как потребители для себя, для здоровья. Ну, а чего бы нет. В общем-то, ничем не рискуешь. Ты и так уже на лекарствах, рисковать уже нечем, ты зависим. Значит, начали с воды. Через 2 месяца я отказалась от препаратов, понижающих давление. Мне просто они стали не нужны. Я постепенно уменьшала дозу и поняла, что я могу жить уже без них. Сон нормализовался. Тонус, я стала подвижной. Я везде хожу, где мне надо, я уже не боюсь выходить на улицу, я обхожусь без лекарств, я могу делать то, чего я раньше не могла. Я не могла наклоняться, я не могла долго стоять у плиты, я даже погладить не могла, мне становилось очень плохо. Мне все время хотелось спать, я очень быстро уставала. Сейчас уже прошло 4 месяца, я прошла 2 очистки благодаря коралловой продукции. И сейчас я уже не принимаю никаких лекарств. Я свободна. Мне это просто уже не нужно. Сахар у меня в норме. Я его меряю 2 раза в день, утром и днем. Нахожусь под наблюдением просто сама для себя. Ем, ну как, практически все, что все едят. Живу дальше, чего и вам желаю, здоровья.